Оценить их труд. Действительно, вложено очень много труда. А самое главное, желание
музицировать, встречаться с Ее Величеством музыкой. Мы вам желаем крепкого здоровья и нам в том числе, хороших успехов, ну и весеннего настроения. А девушек, лучшую половину нашего человечества, мы поздравляем с наступающими весенними праздниками. И чтобы мужчины не забывали вам цветы носить не только 8 марта, но и каждый день.